Все, справимся? Думаю, справимся. Сегодня мы будем готовить самую большую птицу. И сделаем из нее шашлык. Неси ножи. Алан, для разделки этого страуса я тебе дам сегодня самый мощный нож, который у меня когда-либо был. Для начала отрежь мне вот эту ножку. Я ее замарину и закину в печь. Ну что, получается? Да. Пойду стаканы принесу. Давай за встречу. Вина у нас много, на пару дней точно хватит. Как говорят, время, проведенное с друзьями, в счет жизни не засчитывается. Давайте за встречу. За ваше здоровье. Надо отрубить. Алан, как тебе нож? Отлично, у тебя плохих ножей не бывает. Дай-ка мне его на секунду. На этот нож производителям дается пожизненная гарантия. И мы его разыграем на нашей странице в Instagram. Так что переходите, подписывайтесь и участвуйте в розыгрыше. Точнее, не разыграем, а подарим кому-нибудь из вас. Смотри, сколько мяса здесь. Этот кусок у нас уйдет на шашлык. Алан, а это пойдет тебе на мокасин. Дальше у нас все пошло не по плану. Ножи действительно очень острые. Порезал руку. Но это нам не помешает приготовить этого страуса.
Перемешаем соль с перцем. Ладно, ну давай стаканы, заполним их. Мясо страуса очень нежное, но кусок у нас большой. Будем держать 3 часа, думаю, будет достаточно. Прошло 2 часа, посмотрим, как там наше блюдо. Выглядит замечательно. Алан, давай нанизывать мясо на шампура. Что бы я без себя делал? Алан, давай по 50. Да? Давай, не болей, Георгий. Что сделаешь? Бывает. Будь здоров. Вино как лекарство. Рука быстро заживет. Запах такой, как будто баранину готовим. Просто приподнять. Сочный и отлично приготовился.
Ну давай, за друзей. Друзей, как говорится, много не бывает. Кто друг для всех, того я другом не считаю. Этот бокал я хочу поднять за тебя. В лице тебя, за всех настоящих друзей. Дай Бог вам здоровья. Один бы я с этой птицей не справился. Ни с чем не сравнимое мясо, да?